В начале мая телеканал «Первый Мытищинский» принял участие в необычном проекте. Медиаспециалист школы номер 152 города Москвы Артем Низиков связался с нашей редакцией через социальные сети. Он попросил посодействовать в съемке репортажа, который его воспитанницы планировали представить на суд жюри открытого конкурса медиатворчества «Хочу стать». Творческое состязание проводит детский телевизионный учебный центр и таким образом помогает молодым людям в возрасте от 10 до 18 лет, мечтающим о карьере в масс-медиа, выбрать одно из множества направлений. Разумеется, мы не могли отказать коллегам, тем более речь шла о будущем начинающих тележурналисток. Алина Кадырова, Ирина Рабинович и Варвара Родионова в своем репортаже решили рассказать о профессии оператора. Объектом исследования московских школьниц стал оператор телеканала «Первый Мытищинский» Денис Петров. Съемочная площадка была организована в Центральном парке города Мытищи на берегу реки Яузы. Разумеется, мы следили за судьбой наших новых знакомых и на днях получили сообщение, что ученицы школы номер 152 города Москвы стали лауреатами первой степени открытого конкурса медиатворчества «Хочу стать». На самом деле было очень неожиданно именно получить именно первое место, потому что все свои ошибки мы увидели, все свои ошибки мы разобрали, нам на них указали, рассказали. Мы все поняли, и такой высокий результат, конечно, говорит о том, что работа была проделана хорошая, но есть над чем, к чему стремиться, да, как говорится, нет предела совершенству, над чем мы и будем в дальнейшем работать. Мы поздравляем начинающих тележурналисток Алину Кадырову, Ирину Рабинович, Варвару Родионову и их наставника Артема Низикова с победой. Желаем им успехов и в дальнейшем.